Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности жителю Барнаула на территории Бирюзовой Катуни. Напомним о трагедии, которая произошла в особой экономической зоне 15 июля. Мы рассказывали в одном из наших выпусков. 35-летнему мужчине на отдыхе стало плохо, он вызвал скорую. Прибывшие медики в госпитализации отказали, лишь поставили обезболивающее. На повторный вызов, когда состояние Дениса Крупского ухудшилось, скорая просто не приехала. По дороге в больницу уже на следующий день мужчина скончался от перитонита. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Напомним, причиной смерти Дениса Крупского стала прободная язва. Кстати, если помощь оказать оперативно, человека в такой ситуации можно спасти. Между тем, его супруга и мама до сих пор не могут поверить, что все их планы на жизнь рухнули.